Финалисты проекта Санкт-Петербургского дома музыки «Река талантов» выступят в Ульяновске. Лауреаты международных конкурсов Федор Освергобой, Михаил Смирнов «Труба» и Филипп Лынов «Фортепиано» исполнят сольные партии в таких мировых шедеврах, как концерт для гобоя с оркестром Моцарта, третий фортепианный концерт Рахманинова и концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна. Мне предложили сыграть в Ульяновске этот концерт, и я не мог отказаться, это большое счастье. Это безумно важная часть практики, потому что я считаю, что музыкант без концертов – это не музыкант. Это очень большой опыт, потому что это работа с оркестром, работа с дирижером, это развитие очень таких внутренних навыков. Для меня это один из самых первых таких опытов больших, и я очень благодарен. Концерт для трубы с оркестром советского композитора Александра Арутюняна, написанный в 1950 году, является одним из лучших произведений этого жанра и входит в концертный репертуар трубачей всего мира. Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова считается вершиной творчества композитора и всей мировой фортепианной литературы. По глубине содержания и масштабности образов он сравним с крупнейшими симфоническими произведениями. Концерт состоится сегодня, 22 октября, в 15 часов на сцене Дворца творчества детей и молодежи.